Экономика должна быть экономной. Внедрение в энергетику современных технологий позволяет снижать расходы и минимизировать человеческий фактор на опасном производстве. Данное оборудование устанавливается на производственной линии с целью обеспечения автоматизации этих линий, уменьшения человеческого фактора, влияния на технологический процесс. С помощью нашего оборудования можно собрать любой шкаф управления. То есть мы производим клеммы, мы производим различные разъемы, источники бесперебойного питания, реле, преобразователи. Новые подходы и возможности в сфере энергетики представлены на 21-й международной выставке «Энергетика» в выставочной компании «Экспо Волга». Рано или поздно у нас энергоресурс все будет дорожать. Это уже как бы факт неоспоримый. Задача энергосбережения – сделать так, чтобы все-таки этот рост стоимости энергоресурсов все равно оставался доступным. В наших стенах будут обсуждаться все вопросы, связанные и с тяжелой энергетикой, и с энергоэффективностью, и наиболее актуальной сегодня темой – импортозамещением, которое сегодня все мы ощущаем необходимость. Форумы, семинары и круглые столы по вопросам энергетики будут проводиться по 13 февраля. Марьяна Мирная, Павел Пресняков. События.